Всем добрый вечер, меня зовут Артем Игозян. И мы для вас сегодня подготовили программу, состоящую исключительно из запуска музыки. Называется она «Рок о всякой джаз-поп». В одно слово. Thank you.
Thank you.
Спасибо вам, братья.
команду Болин. Виктор Гераткин. А сейчас прозвучит блюз. Блюз для хорошего человека. Для всех вас. Thank you.
сейчас мы исполним композицию под названием «Лирит». И написал ее наш очаровательный гитарист Сергей Алямкин. Thank you.
не мог просто пропустить этот момент. Композиция будет автор Сергей Лямко. Сейчас мы исполним композицию под названием «Босса». Мы так ее называем, у нее еще нет названия. Thank you.
совместно написали. Например, «Летний дождь». Мы написали вместе с Сергеем. Это «Летний дождь». Thank you.
Спасибо. Спасибо большое. А сейчас мы исполним композицию под названием «Послезавтра». Thank you.
мы исполним для вас в завершении нашего концерта композицию под названием «Африка». Можете воспользоваться местной посудой. Где ваша посуда? Ложки, вилки.
Евгения Иванова, исполнительный директор группы. Влад Дубровин, клавишные. Thank you.
Ярин, Влад Дуконин, Виктор Дерабкер. Меня зовут Артем Рогозян. Спасибо большое. Очень приятно, что вы нас встречаете. Уважаете. Мы играем исключительно авторскую музыку. Работаем с этим Казаков. И мы сыграем вам еще одну композицию. Знаете, мы играли блюз для хорошего человека, есть блюз о лучшей жизни, есть блюз старый, ржавый блюз. Кто какой еще блюз знает? Молодой. Молодой блюз. Есть бородатый блюз. Мы для вас исполним. Есть еще уставший блюз. А мы для вас исполним потерянный блюз. Thank you.
«Потерянный принц». Спасибо вам большое, всего вам доброго. Слов на «Принц», не теряйтесь, ходите на наши концерты. Меня зовут Антон Морожан, Влад Дубровин, Виктор Купорный, Виктор Дерапкер, Сергей Алянко, Евгений Ярин. Всего доброго, спасибо.